Приветствую, дорогие друзья! Вы на канале Hot Game TV, и это Киберок. Я наконец долетел до Империи, купил себе багги, опустился на ближайшую планету. Вот солнышко этой планеты. Довольно близко. К сожалению, надо было чуть севернее лететь, чтобы его было видно на горизонте. Но как есть, так есть. Фу, я летаю! Хе-хей! Ай-яй-яй! Ай-яй-яй! А ну вернись на ноги. На колеса, точнее. Немножко освоился с управлением. Я уже пытался записать это видео, но у меня ничего не работало. Но сейчас я уже нашел, что да как. Все круто. Все супер. Йоу, летим, летим, летим. Хе-хей, падаем. Отлично. Давайте подлетим к моему кораблику. В этом видео вы не увидите ничего особенного. Я просто решил его записать. Раз уж я тут катаюсь, почему бы и не записать. Так, хочу сравнить кораблик. А ну-ка по тормозам. Стоять. Вот он мой кораблик. Теперь можно ощутить его размеры. Давайте подлетим поближе к моему багги. Где тут пилот сидит? Что-то я его не вижу совсем. А, не, вижу. Хотя, странно, у него текстурка, что ли, пропала? Он какой-то белый. Весь. Стоять. Ну вот, видите, пилот, пилот и мой корабль. Какой он огромный, этот кораблик. Diamondback Scout. Хотя, конечно, есть корабли и побольше. Само собой. Это еще маленький кораблик. Один из маленьких корабликов. Солнышко. Привет, солнышко. Точнее, звездочка. Солнышко-то в другой системе. Ладненько. Ну, в принципе, вот оно. В общем, в этом видео я пока просто поезжу и немножко порассуждаю. А ну вперед. Итак, что ж, я планирую использовать этот багги в исследованиях. Я снова отправлюсь в глубины галактики, собираюсь совершить кругогалактическое путешествие, скажем так. И этот багги будет как раз кстати. К сожалению, я полечу уже не на этом корабле, или к счастью, даже не знаю. Я, может, асп себе зафичу. Вот. В этот корабль не влазит все, что нужно. Например, вместо подробного сканера поверхности мне пришлось засунуть гаражный модуль, в котором хранится этот самый ТРП, на котором я сейчас катаюсь. Мой красавчик. Ай-яй. Турелька, кстати, вылезла почему-то. Я ее вроде не доставал. Ну, в общем, неважно. Да, в этот кораблик он замечательный. Мне нравится мой кораблик. Diamondback Scout. Он теперь один из моих любимых кораблей в этой игре. Отличный исследователь, хороший обзор из кабины. Да. Ладно. Ну, в общем, так. Да, кстати, по поводу моих исследований, которые я проделал, я не буду говорить, сколько я заработал. Я уже записал видео по поводу своего заработка, когда вернулся в Империю, сразу же первым делом это сделал. Это видео я выложу либо перед этим роликом, либо после него. Точно не знаю. Возможно, вы его уже видели, либо увидите после, потому что там, ну, как всегда, мои стандартные лаги, глюки. Поставил на паузу, чтобы пойти по делам своим, а когда вернулся, забыл включить микрофон и болтал так целую серию, ничего не записалось. Эту серию теперь нужно озвучить в отдельной программе, скажем так. Так что не знаю, либо эту серию я выложу первее, либо ту. Зависит от того, когда я решу озвучить. Если сейчас я озвучивать не стану, то, ну,
ну, скорее всего, не стану, то я, наверное, выложу эту серию прямо сейчас про вот этот багги и мои дальнейшие планы. Планы, как я сказал, дальнейшие исследования галактики, приземление на планеты. А планеты, кстати, в галактике очень красивые бывают, виды будут просто замечательные. Просто великолепнейшие виды будут. Например, есть планеты с кольцами, на которые можно сесть. И которые очень близко к своей звезде. Представляете, какие там виды могут быть от этих колец с самой планеты. И еще звезды, еще свет звезды, близкой звезды. В общем, все это будет очень круто. Да, но я временно задержусь в Империи, поизучаю, чего тут нового появилось и так далее. Может, позаписываю видео на эту тему какие-нибудь. Попробую заработать чем-нибудь. Там, по-моему, какие-то новые квесты добавили. Хочу эту тему проверить, изучить. Позаписываю на эту тему видео и тогда уже отправлюсь в путь. Да, как-то так. Ну, ладненько. Давайте. Кстати, а ну поехал. Надо немножко привыкнуть к управлению. Давайте взглянем, как наш кораблик взлетает. Мой кораблик. Это мой кораблик. Ладненько. Так, стопы, тормозим. Сейчас мы отправим его на орбиту. Отпустить корабль. Ну что, улетай, дружище. Красота. Только далеко не улетай, а. Надеюсь, он от меня не сбежит. Из меня еще тот хозяин. Пока я там исследования проводил в галактике, я там такой бардак развел в своей кабине. Мусора столько, вы не представляете. Супер. Ну ладно, давайте возвращать его назад. Вызвать корабль. 4 секунды. Ну, и... ой. И откуда ты вернешься? Вот он. Давай. Развернемся немножко, чтобы видеть, как он сядет. Я еду, дружище. Я еду к тебе. Красавчик. Ну все, полетели отсюда. Полетели. Так, нужно заехать ровненько. Эть, стоять. А ну назад. Так, и что дальше? Что дальше? Как мне погрузиться? Перевозка груза. Погрузиться на корабль. Ну, ладно, поехали. Игрушку еще не совсем доделали. Был просвет через текстурку, когда я подымался. Ладненько. Давай. Взлетаем. Убрать шасси. Форсаж. Давай, дорогой. Вперед. Интересно, сколько нужно, чтобы выйти на орбиту? Сколько километров нужно набрать? В
уже 12-13 километров. Так, а я, наверное, сбил настроечку свою. Свою на J вроде бы. Да. Я мог и раньше уйти в варп. Но я тут игрался с управлением и сбил настроечку. Я варп ставил на мышку. Мне так удобнее. Ну, ладненько. Так, хорошо, теперь нужно выбрать станцию. Задокаемся. Ну ладно, на этом я закончу свою эту серию. Давайте, чтобы покрасивее закончить. Как-то так. Эй. Вот оно как бывает. Вот он взлет с планеты. Ну ладно, всем спасибо за просмотр, надеюсь, вам понравилось это видео. Я ничего особенного вам не рассказал, но все же мог записать это видео и записал. В общем, ладно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем пока!